Современная эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании «Омск-Дизель» – это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 38 29 29. Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Агроном, не зевай, семена проверяй. Специалисты филиала Россельхозцентра озабочены низким качеством семян для предстоящего сева. Лучшие пилюли, советы от Зизюли. Знаменитая династия долгожителей из села Чистова сделала ставку на натуральные продукты со своих подворий. Последняя неделя марта, как и добрая половина апреля, время удивительных контрастов. Капель сменяется заморозками, а дожди бывают еще и снегопадами. Но весеннее наступление не остановить. Не зря говорят, апрель, батюшка, в поле зовет. Раньше всех начинают чувствовать приближение сроков полевых работ сотрудники омского филиала Россельхозцентра. Дел у них прибавляется. Отстающее хозяйство начинает шевелиться. В амбары заглядывает, что там с семенами. А лаборанты бьют тревогу. На анализ нынче поступило меньше семян, чем в прошлом году. А качество проверенных оптимизма не прибавляет. Сегодня поступило всего 92% семян от плана засыпки 359 тысяч тонн. И это на 33 тысячи меньше, чем в прошлом году. А кондиционных, если взять уже к потребности, то всего 67%. Да, минувшая дождливая осень сильно подвела омских аграриев. И те, кто оставлял в поле лучшие семенные участки, чтобы дошли как следует, просчитались. И урожай недополучили, и качество потеряли. Россельхозцентр не остался в стороне. Стал на защиту сельхозтоваропроизводителей. Сразу было обращение в Министерство сельского хозяйства, чтобы снизить. Только Министерство сельского хозяйства имеет право снизить и дать добро на то, чтобы снизили на схожесть по элитным семенам на 3% и по репродукционным на 5%. Это действительно есть. Но к большим позитивным переменам не привело. 20% проверенных в этом году семян оказались некондиционными по засоренности. Но это еще полбеды, если не считать, что в таком посевном материале накапливаются и болезни, и вредители. От засоренности можно избавиться с наступлением теплых дней. Гораздо большую угрозу надежде на урожай представляют семена, которые даже в лабораторных условиях не удалось оживить. Хотел бы обратить внимание на те семена, которые сегодня имеют схожесть на 20-21% ниже, а их таких семян 5 500 тонн, это если перевести на посевную площадь, то более 30 тысяч гектар, которые эти семена уже, мы их и обогрели, мы их и стимуляторами роста обработали, и все равно эти семена не растут. Выход один – обменять как фуражное зерно на репродуктивные семена или продать и приобрести качественный посевной материал. В области на сегодня имеется около 12 тысяч тонн семян элиты и около 13 тысяч тонн семян до четвертой репродукции. Со следующего года требования к качеству посевного материала ужесточаются. Несвязанная продержка будет выплачиваться только на те посевные площади, где будут высеяны семена до четвертой репродукции. А у нас, да, в прошлом году у нас было 31% массовых репродукций, то в этом году все равно 16%. Есть, конечно, районы, которые сегодня менее 50%, как в степной зоне, в южной ли степной зоне, в северной ли степной зоне и в северной зоне, которые поставили только или представили на анализ менее 50%. Есть и районы, у которых 15% и чуть-чуть более семян готовы к засыпанным, если взять потребности семян, готовые для посева. Но есть и хозяйства, которые сегодня не имеют семян вообще. В 15 районах поступление семян на анализ ниже областного показателя. А сеять непроверенными – это, по словам руководителя филиала Россельхозцентра, преступление. Неизвестно, что вырастет.
Несколько лет сотрудники ведут исследования по применению гумата. Это природный стимулятор роста растений, который влияет на всхожесть и на урожай. Базовое хозяйство Полтавского района в прошлом году отметили прибавку урожая от 2,5 центнера зерна на гектар до 4. На 4% увеличилась и классность семян. Мы закладываем опыты с применением гумата. Вот кто-то может иронически относиться или говорить, что вот гумате. Но действительно, это ничего здесь не нужно. Подошел, в каждом районе будут заложены опыты. Подойди, посмотри товаропроизводителям, заложено контроль без гумата и обработано гуматом. И сразу видно уже на фильтровальной бумаге, как через 7-10 дней, какая корневая система у этих семян, обработанных гуматом. Какая сила роста, всхожесть, полевая всхожесть на песке по всходам у этой культуры. Контроль и обработанных гуматом. Специалисты лаборатории по защите растений уже с осени начинают анализировать те результаты, которые получили по данным своих обследований от появления первых ростков в поле до уборки урожая. Все эти сведения по каждому району занесены в брошюру, которую филиал Россельхозцентра бесплатно раздает агрономической службе районных сельхозуправлений и хозяйств области. Она должна стать на весь сезон настольной книгой для тех, кто заботится о урожае, борется с болезнями растений и вредителями. Фитосанитарный мониторинг специалисты филиала проводят во всех районах нашей области. Обследование и оповещение – это их ежедневная и кропотливая работа. Культура уже находится в фазе молочной спелости, все, она уже цвела, идет налив зерна. Но все же вот наравне с тем, что благоприятные условия для налива зерна, создаются они так же самое благоприятно для развития болезней. Вот мы видим, что в целом пока флаговый лист, он как бы еще здоров, никаких пустул, либо повреждений не отмечается. Но сейчас как раз пришла фаза, когда нужно смотреть, и при развитии болезни близкой к пороговой, нужно вовремя провести фунгицидную обработку. Несмотря на увеличение объемов защитных мероприятий, за 8 лет они выросли в 2,5 раза, инфекции не стало меньше. И одна из причин, как считаю здесь, большое насыщение севооборотов зерновыми культурами. Первая пшеница и ячмень в структуре составляет 88%, а также увеличение площадей возделывания растений по нулевой технологии. Растительные остатки не запахиваются. Это приводит к накоплению инфекций и развитию болезней. В прошлом году специалисты филиала отобрали почвенные пробы на полях 41 хозяйства, 70 участков с общей площадью 10,8 тысяч гектаров по разным предшественникам. Полученные результаты поразили. Все образцы заселены возбудителями корневых гнилей в разной степени. Наиболее сильно – конидиями патогена из-за повторных посевов пшеницы и ячменя. Так что грамотные севообороты – это не прихоть ученых, а научно обоснованные требования. Если в 2009 году у нас было где-то 52% средневзвешенный процент поражения семян, это там ильгинментоспориоз, фазариозы, плесени и так далее, то в этом году, конечно, процент, он с каждым годом все больше и больше, и в этом году уже более 80%. То есть около 30% повышение идет. Поэтому товаропроизводителю, конечно, надо сегодня привести семена, чтобы мы провели этот анализ, посмотрели, что у него там есть, и выдали ему рекомендации, какой препарат. Мы не говорим, что покупай тот препарат, но мы говорим, какой группы вы имеете, ну, мы вам рекомендуем эти протравители использовать, чтобы убрать те или иные болезни, или однокомпонентные, или двух, или трехкомпонентные. Тем более, я скажу, что последние, особенно 2018 год, мы наблюдаем, что идет нарастание доли поражение зерновых культур пшеницы пыльной головней. Да, у нас было 4% от того, что мы проверили, вообще тут объем, который мы проверили, семян. Сегодня 62% этих семян поражены пыльной головней.
Кто предупрежден, тот вооружен. А первый шаг к этому – проверить семена, которые лягут в почву нынешней весной. И предпринять все меры, чтобы они были кондиционными. Народная мудрость не зря гласит: от худого семени не жди хорошего племени. В самом конце 19 столетия, в 1895 году, крестьяне из западных губерний России и Украины стали обживать эти степные края. Место выбрали удивительное, среди больших и малых озер, куда каждую весну стремятся стаи перелетных птиц. Одни здесь остаются на все лето, другие отдохнут и держат путь дальше, на север. Поначалу поселенцы назвали свою деревню романтично – «Чистая Весь». С годами переименовали в Чистово. Первые жители, получив земельные наделы, селились в землянках, строили избы из местной березы или из глины с соломой. В 1903 году здесь уже насчитывалось до 150 дворов. Обрабатывали землю, разводили крупнорогатый скот и овец. В 1961 году здесь был организован совхоз. Хозяйство получило статус племенного и входило в число лучших сельскохозяйственных предприятий страны. Просуществовало оно до 2006 года. Сегодня в Чистово проживает 887 человек. От 12 канала до села 177 километров. Зимой на свою заимку Сергей Зизюля добирается только на снегоходе. Дороги нет, сугробы такие, что коням до колен доходят. Но в конюшне не торопятся, особенно сейчас, когда мартовское солнышко стало поярче, и нас тоже легче копытом разбить. Степь кругом и березовые колки, да еще 29 озер вокруг, что издавна облюбовали себе утки, гуси и другая птица. Она в этих краях не пуганая. Под защитой государства. Статус республиканского зоологического заказника этот уголок природы в Оконечниковском районе получил еще при Сергее Манякине. 130 тысяч гектаров клена врезается в земли Новосибирской области и Казахстана. Сергей Зизюля здесь каждую тропинку знают. Та, что ведет от дома в селе Чистово до заимки, знакома еще с детства. По ней бегал к отцу, знатному чабану. В ту пору пригоняли сюда совхозные отары на ночь. Три поколения семьи были связаны с овцеводством. После армии Сергей тоже помогал отцу, но больше трех лет не продержался, понял, что это не его. А тут вакансия подвернулась, предложили стать охотоведом. Вот так распорядилась судьба. 25 лет Сергей Зизюля отдал охране природы заказники. Сейчас по его стопам решил пойти сын Михаил. Он работал в земельном отделе, 10 лет отработал. У Мишкина Бориса Ивановича замом 3 года отбыл. Ну и вот сейчас вот ушел в охотовец, бросил земельное. Ну, потому что область большая, по области ездит это. Ну а тут как на месте. Семья, дети, двое внуков. В дочери двое, у сына двое. Молодой семье сына построить дом помогло государство. Еще не все обустроено, говорит он, но жить можно. Летом планирует построить большой сарай для птицы. Супруга решила заняться выращиванием гусей на продажу. С тех пор, как развалилось хозяйство, личное подворье только и спасает местных жителей. Сергей Зизюля чем только не занимался. Одно время на заимке до 200 баранов держал. Сейчас в загоне у него лишь несколько. Пасти некому, сам не успеваешь, все это теряется, просто теряется. Они как если пошли на ветер, все это считается, сколько здесь теряют. И гуляют. И гуляют. Но кому-то отдавать жалко. Еще бы не жалко, вон они какие. Бараны, по словам хозяина, больше 100 килограммов весят. Чистовский овцеводческий совхоз считался племенным. Животных на разведение из Австралии привозили. Порода мясошерстная. О, шерсть самая хорошая шерсть была. Даже вязали шапки некоторые женщины.
И как напушить, как махеровые все равно были. И пряла сама. На пенсию пошла и пряла все, и вязала. А прялка-то от кого досталась? А прялка у меня от свекрухи досталась, и от мамы досталась. Ну, я электрическую купляла, она сейчас вон у меня тут стоит. По наследству прялку не передашь не то время, поэтому и хранит особенно бережно то, что осталось от мужа. Грамоты, правительственные награды, орден трудового, красного знамени. Ее Михаил всю жизнь в передовиках ходил, начиная с поднятия целины. А когда чебаном стал, его вец даже на ВДНХ возили. Легковую машину оттуда привез. Так труд сибиряка в столице оценили. А Елена Афанасьевна старалась не отстать от мужа. Была лучшим торговым работником в районе. Этот дом построили, когда мальчишки подросли, а их в семье было трое. Рядом сохранилась бревенчатая изба, доставшаяся от прадеда. Ей, по словам Сергея, не меньше 120 лет. Свой род семья ведет от первых переселенцев из Черниговской губернии. Хозяйке дома ее бабушка так об этом рассказывала. Приехали, поделили леса, землю поделили. И каждый лес назывался фамилием. Юрченкин, там, Дюрдина, Шигарево лес. Тоже Шигарев был, по фамилиях было. Вот. Всех назывались, и они разделили себе, брали поля и потом пахали на конях. Может, от предков и досталось Сергею эта любовь к лошадям. В его доме картины и даже огромный ковер на стене с красавцем конем. Говорит, даже обнять его иногда хочется. Кони и голуби – это были первые обитатели заимки, куда 9 лет назад перевез свое хозяйство Зизюля. Отремонтировал все постройки, вторым этажом снабдил. Это жилище его любимых пернатых. Заболел ими с детства, когда старший брат привез из города пару голубей. Сейчас их дом на подворье и здесь на заимке и сосчитать трудно. 5 пород, все летные, вольные, а каждый говорит с нежностью. Да вот бюнтаночки, как они их называют, сейчас не знаю, я вот с Краснодара их привез, вот разводить сейчас буду. Очень понравились, я был в Краснодаре, вот привез оттуда павлину, привез и вот это. Сейчас еще фазанов хочу оттуда королевских привезти, ну, для развода. Сергей всех заядлых голубятников знает, и не только в области, но и в других городах. Если задумал куда-то за голубем съездить, никакая сила дома не удержит, если только не период вывода пескунов. Так называют самых маленьких птенцов. Самки уже сидят на яйцах. С Украины привозил, со Ставрополя привозил. Мне вот товарищ со Ставрополя передает сейчас, с Волгограда, регионов. Знаменитый голубятник вот тоже передает мне голубей. Ну, созваниваемся, это, и машина идет и передает, приводишь. У меня вот это николаевская порода, у меня их голов 180. Вот сейчас вот это маточники, вот они сидят, сейчас там парят вот полностью у меня здесь. Каждая порода отдельно у вас? Да, каждая порода отдельно. Бакинцы, павлины, бакинцы, казахстанцы. Ну, все помаленьку держу. Они между собой дружат? Нет, они вот, вот бакинцы, вот у меня... На чердаках один чердак, второй никогда вместе летать не будут. Два отдельных табуна. Вот каждый табун. Пугая один табун сам летает, другой отдельно летает. Удивительно, но каждого голубя Сергей знает. И даже подыскивает пару, когда подрастет. Есть даже у него любимчики. Вот как эти. Вот они. Ой, красота какая. Это что за порода? Это николаевская порода. Смотрите, а на разного оперения, да, бывает? Ну, это по мастям, конечно. Вот они, смотрите, какие. Вот этот привезен со Ставрополя, а этот с Крыма. А как они здесь прижились? Там же ну, так так живут, вот привучим. Вот сейчас уже гонит на яйца. Вот это вот со Ставрополя выпросил у мужика с горем пополам. С лета выбирал. А это вот друг ездил в Крым отдыхать, привез с Крыма. Маленькая голубочка. Ну, голубочка, подарил мне. Вот сейчас они на яйца, вот он ее гонит уже, все. Скажите, а если голуби серьезно заниматься, вот нужно привозить, это дорогое удовольствие? Ну, вот это вот этот голубь 1000 стоит.
Ну, 300 рублей за доставку. А сколько высиживают? 14 дней. 14 дней выводят. 3 дня кормят молочком. У них такое молочко 3 дня. Вот если не поел молочка, все, это уже не жилец. Уже недели 3 пескунам, она снова садится на яйца. А пескуны в это время начинают летать? Нет, они еще сидят в гнезде, она уже рядом выводит другое. И все. У голубей бывает, по словам Сергея, 5 выводков в год. В каждом выводке по 2 птенца. Когда начинают вылетать из гнезда, бывает, что какая-то голубка пропадает. 2 дня назад одна не села, все, не прилетела белая голубка, не вернулась домой. Я вчера ее ждал. Ну, она показала хороший результат в лету. И только голуба привез с ярмарки, был на ярмарке, только привез и все. Жалко, хорошие бы птенцы у пары получились. Весна у молодых голубей – время влюбленности, ухаживаний, поцелуев и создания семьи. Они, как правило, однолюбы. Живут всю жизнь вместе, птенцов оба выхаживают. Стаи летают рядышком. Наблюдать за ними – одно удовольствие, признается Сергей. Впрочем, не только за ними. Конец марта и для прочей живности на его фазенде связан с долгожданной свободой. С удовольствием покидают душный курятник гуси, индюки, цесарки, павлины. И еще удивительные маленькие декоративные курочки. Их хозяин держит для души. И не перестает любоваться, как горделиво держит себя петушок ростом с ладошку, охраняя свое семейство. Впрочем, рядом с курятником им ничего не угрожает. Прибегают кролики покормиться. Их количество даже хозяин не знает. Развелось столько, под каждым кустом отыщешь. Вот прям вот лес, вот бегут кролики, вот они бегают здесь, прям, ну, видим зайцы. Ну, лисица, она, запах птицы, она здесь кругаля ходит. Да вы что? Тут корсак, да вы что, тут они дают, только пищат кролики, лидишь, поволокла. Ты вечером только темнят совсюду, отовсюду, прям. Ну, сейчас, конечно, мы маленько уменьшили. Сейчас за лето будет опять. Табун опять будет. А с местными зайцами не роднятся? Не знаю. Вот подходят, следы есть, подходят, но не знаю. Вот в том году видел 2 штуки, похожи на зайца. Выходки все зайчи были, ну, доказать. Каждым годом в хозяйстве на заимке что-то прибавляется. То павлины, то пони. Директор одного хозяйства такой подарок сделал. От маленькой лошадки уже потомство пошло. Свою маму дочка переросла. Местных малышей летом пони катают. Любимое время года у Сергея весна. Апрель – капризник, хранитель вечного шума, говорливой воды, птичьего гомона. У бывшего хатоведа глаз наметанный. Первым узнает, кто в этих краях с приходом тепла появляется. Гусь. Вот нынче много земли осталось с зерном. Косули много подошло, прям табунками стоит. Где зерно там? Это кормовая база, от кормовой базы зависит. Ну а так гусь, сейчас вот козара придет, числа 20 апреля уже будет козарка здесь. Гусь 24 марта уже здесь, грачи уже прилетели. Вот. Козарка потомство здесь не выводит. Отдохнет, покормится и дальше на север летит. Остальная птица по озерам селится, у каждой свое место. Хоть заказник и заповедная зона, но и здесь от браконьеров не спастись. Всех не выловишь, территория большая. Весенний отстрел птицы, считает Сергей, надо запретить. Летело потомство, давайте ее убили. Вы представляете, 45 тысяч охотников в Омской области. 45 тысяч охотников. По одной утке убей. А кто одну утку убивает? Кто поедет за одной утки? Вот прикиньте, вот по 3 утки убили, 45 тысяч охотников. Сколько это количество убить за весну? А представляете, сколько они вывели бы? Осень, я понимаю, да, глубокая осень, все, она уходит, это понятно. Но весной для чего это? Нет, это лишнее. У Сергея, жителя села, свой взгляд на многие вещи. К примеру, живность на подворье вырастил, а с реализацией большие проблемы. И не только у него одного. Поэтому и скота стали меньше в личных подсобных хозяйствах держать. Только для своих нужд. На ярмарку поедешь. Ярмарка раз в году для нас. Я попытался на Ленинский рынок поехать. Меня загоняют вовнутрь рынка. Там стоят, ну, стоят 6 своих, 7 торгашей. Кто мне даст понизить цену? За тележку заплати, за рубку заплати. Что штампы поставили, меня в районе поставили. Туда едут, заставляют по новой
штампуй по новой плати, на рынок зайди, два дня я никогда не продам даже полтуши. Я половину только уже за дорогу отдаю, а выгоды вообще никакой. С ностальгией вспоминает Сергей те не такие уж далекие времена, когда каждую неделю работали губернские ярмарки в городе. Во дворах и начали торговать. ГАИ, 4 патруля, забрали все, мясо забрали. Мясо не знаем, куда ушло даже, это мясо куда ушло. Куда продали, куда что. Сказали, сожгли, нас не позвали, нас даже не ввели в курс этой. Вот раньше, наверное, я приехал, я знаю, я заклеймил. Я еду в город, я еду спокойно, у меня все клеймешки, все. Я приехал на ярмарку, встал, отторговал 3 дня. Я знаю, что я что-то заработал. Сегодня только голубями может торговать, да декоративной птицей, если найдутся на такую живность охотники. Но избавляться от своих пернатых не думает. Внук-наследник ему передаст своих голубей, когда тот подрастет. Прохор по всему видно, где-то пошел. Значит, род зизюлей на этой земле продолжится. 5 поколений уже насчитывает он. И все родились и живут чистого, в краю озер, степного заказника, куда каждую весну прилетают огромные стаи птиц, чтобы гнездиться. Спонсор показа – компания «Омскдизель». Теперь в СПК «Эрмак» за сохранность своей продукции переживать не будут. Автотранспортный парк хозяйства пополнит новый автомобиль «Исузу». Надежный изотермический фургон из сэндвич-панелей. Как раз то, что необходимо. Предприятие имеет свою переработку и вывозит продукцию за пределы района. Даже при транспортировке на дальние расстояния внутри фургона можно поддерживать необходимый температурный режим от минус 10 до плюс 5 градусов по Цельсию. Изотермический фургон объемом 15 кубических метров имеет двустворчатые задние распашные ворота и боковую дверь, что значительно облегчает погрузку и выгрузку товара. Разрешенная максимальная масса автомобиля 3,5 тонны, грузоподъемность 1 тонна. Ну, мы с компанией «Омскдизель» сотрудничаем давно, поэтому они нам предложили, мы не смогли отказаться от такого выгодного предложения. А машину будем использовать, значит, для перевозки своей продукции, значит, город Омск, заморозки и всего прочего. А отсюда также и молочная продукция, и мясная продукция. Ну вот, для, как говорится, для своих нужд будем использовать автомобиль. После приобретения данного автомобиля мы всегда, значит, гарантийное обслуживание. Ну и, соответственно, любые запчасти всегда можем в компании у них приобрести. Компания хорошая, как бы никогда не подводила нас. Ну и в дальнейшем тоже будем сотрудничать с ней. Исузу – японская автомобильная компания, один из крупнейших в мире производителей малотоннажных, средних и тяжелых грузовиков. Главное преимущество автомобиля Исузу – экономичность, качество, надежность и грузоподъемность. Предприятие любой сферы деятельности может подобрать для себя нужный вариант. Компания «Омскдизель» предлагает широкий модельный ряд автомобилей этой марки. Комплектацию и установку специальных настроек проведут по индивидуальному заказу клиента. Компания «Омскдизель» является официальным дилером Исузу. ООП «СК «Омскдизель» готова поставить на шасси «Исузу» автогидроподъемники, рефрижераторы, эвакуаторы, бортовые автомобили, самосвалы, автотопливозаправщики. То есть обширный ряд спецнастроек на базе «Исузу». Компания «Омскдизель» имеет собственную сертифицированную сервисную станцию «Исузу» с современным диагностическим оборудованием, склад оригинальных запасных частей и обученных специалистов-профессионалов. По вопросам приобретения техники обращаться по адресу: улица Волгоградская, 88, или по телефону 21 60 90. Спонсор показа – компания «Омскдизель».